в эфире. Ну что, друзья, начинается у нас еще одна игра дивизиона Изи. Встречается Сиракьюз ПФБК. Посмотрим, как игра у нас это пройдет. Но сегодня много разных результатов. Два последних матча были достаточно такие односторонние. В одну корзину. Ну, команды готовы к старту. И те, и другие. Ну, а мы готовы, соответственно, за игрой наблюдать. Ну и первое владение. ПФБК себе забирают. И движение в самый угол. Из угла Ликина Василия. Треха. Ну, вот так вот. Начинают сразу с точнейшего дальнего попадания. ПФБК и... Еще и удается сейчас мяч соперников забрать. Воронцевич. Неплохое движение. Савельев проходит. 23 номер. Еще и подобрать удалось там. Да, потолкался. Но не забил. И сразу же в ответном движении Иванов Борис от площадки от края до края пролетел. Знаменский с мячом. По периметру пока движение идет. Марков. Возвращают мяч Суслину. Из угла там бросок от как раз таки Иванова. Да, попытался Губарев Антон мяч в игру вернуть, но не получилось. И в итоге ушел. Ну, ждет нас борьба, есть такое ощущение в этом матче. Такая достаточно упорная. Савельев сам в проходе. Там неплохо за спину сбросил Сликину. Не забивает, тем не менее, сохраняет ПФ. Себе мяч и промахивается только вот, к сожалению, из-под кольца Исаев. Там активные действия на дуге. Проход от 88-го, от Губарева Антона. Снова он с мячом, сбрасывает неплохо на 17-го. И Суслин Павел забивает 2 очка после хорошего сброса от партнера. Ну и ПФК. ПФБК тут друг друга парни врезаются. На дуге совсем один. 9 номер был. Исаев Владислав. Но не попал. Этим броском 3-2. Тем временем у нас счет. Очень такая активная там игра под кольцом. Хорошо сейчас развернулся Суслин. И 2 очка. Хотя там в защите неплохо против него отыгрывали. Но 2 очка для своей команды после разворота большой. Набрал. Савельев на дуге. На Воронцевича заиграть попытался. Но тут внимательно в зонной защите играют парни из Сиракьюза. От Савельева треха не заходит. Подбирают Сиракьюз. Ну и по дуге немножко движение решили тут попробовать. Иванов. Проход рванулся. Фол. Выписывают 8 номеру. У ПФБК. Кондратьев Николай. А вот тут сейчас очень неплохой перехват получился у Сликина. Но вот, к сожалению, сохранить мяч для команды не удалось. Знаменский с мячом. По дуге движение очень неплохое. И, пожалуйста, от Губарева Антона полетел снаряд. Точно в цель. Воронцевич тем временем с мячом. Сам в проходе до конца... Шел, но вот мяч в кольцо падать не захотел. Иванов, Знаменский. И освободился пространство, не стал бросать 7 номер. А вот, пожалуйста, от Иванова Бориса треха торчит там. И, ну, просто сейчас очень и очень здорово отыгрывает Сиракьюз в атаке.
в защите очень внимательно, но игра ногой там была. Да. Ну, спорный момент, да, тут можно было дать, можно не дать. В ногу, в принципе, попал мяч, не играл Знаменский ногой сам. Сликин с мячом, заигрывает Воронцевича, а тот разворачивается, бросает со средней, не попадает. И сразу Сиракьюз побежали, очень-очень мобильно парни двигаются. Ошибается, к сожалению, в передаче Губарев. Ну и теперь есть возможность у ПФБК забить со средней, промах. Воронцевич подбирает под кольцом, промахивается, не идет сейчас бросок. Со всех возможных дистанций, из трех, из-под кольца, и со средней, все, попробовали, ПФ пока не идет, но в защите сейчас отбиваются неплохо, удается мяч отобрать. Сликин в угол, передача, хорошо на входе, в лицевую, и два очка от Кондратьева Николая мы видим. Знаменский попросил взаимодействия, в лицо туда побежал. Но в итоге возвращает Иванову. Тот с дистанции, нет, в этот раз треха не заходит. Подбор, тем не менее, остается за Сиракьюзом. О. И вторая попытка Суслина тоже неудачей закончилась. Хорошо очень сейчас нашел Савельев свободного абсолютно под кольцом партнера. Но в итоге Воронцевич с трехи попробовал, не забил. Сиракьюз тем временем в очень быстром отрыве. Блокшот! Блокшот! Ого! Савельев отвешивает Губареву. Вроде как убегали в отрыв, но вот не доубежали. Вернулся, успел Константин Савельев и накрыл в красивейшем моменте. Знаменскому передачу тем временем отдают. Вновь Суслина заигрывают. Тут очень неплохо сейчас сыграл передачу с Духаниным, и вот в итоге 2 очка. 12-5 тем временем. ПФБК пробует Савельев еще один треху. Опять на переднюю дошку падает. Иванов сам Знаменскому отдает, не вылавливает тут седьмой номер передачу. Очень быстро сразу вперед мяч отправляет ПФБК. Савельева находит с дуги. Еще одна треха, и в этот раз залетает от 23-го. Иванов Борис с мячом, 32-й номер, на Знаменского. Там пару заслонов, в сам угол. Нет, не стали тут пытаться выбрасывать угла. Знаменский с мячом. Иванов далеко от трехи, но в итоге в проход сам пошел. 32-й, не забивает. Подбор, тем не менее, остается за Сиракьюзом. Хлобыстов под 44-м и забивает он же мяч. Да, тут... Тем временем Кондратьев Николай атаку команды своей начинает. Савельеву мяч доставляет на дуге. Пока 23-й номер. Неплохо. Сейчас все раскидали. Из угла попытка не попадает. И самый там низкорослый, казалось бы, да, игрок на подборе. Кондратьев забирает его и отлично реализует этот момент. Ох. Воронцевич тут на перехвате сыграл. И в очень быстром отрыве 2 очка забирает Кондратьев. С передачи опять-таки Воронцевича. Очень мобильные у нас обе команды. Не стесняются активно убегать, двигаться. Иванов бросает, не попадает. Подбор ПФБК себе под своим кольцом все-таки забирают. Кондратьев тут пошел в обыгрыш, и фол в итоге выписывают. Савельев получает вновь мяч. Салтыков там заиграл. Савельев снова с мячом. В угол на Салтыкова. Бросает оттуда треху. Артем не попадает. И Сиракьюз получает там персональное замечание. Духанин Константин под 8-м номером. ПФБК будут мяч водить. Салтыков как раз-таки
мяч на Воронцевича играет. Сам получает обратную передачу. Бросок со средней. Нет, Воронцевич добавляет там под кольцом. Одним касанием. Ну и Сиракьюз теперь в атаке. Проход отправляется у нас Хлобыстов. К сожалению, забить не получилось. Ну и теперь надо Сиракьюзу в атаке, его в защите, вернее, отыграться. Воронцевич с трехи не попадает. Хлобыстов подбирает мяч. Маркову Илье отдает. Угол передача. И по лицевой тут очень неплохой вход от Усольцева. От 33-го номера, но без забитых. Счет тем временем у нас 14-14, друзья, становится. Игра очень-очень неплохо сейчас у нас идет. Ах, неудачная, к сожалению, скидка на входящего. Кондратьева была и в быстром отрыве. Забивает у нас Духанин. Ну и на 2 очка вырывается вперед вновь Сиракьюз. Кондратьев с мячом. На Салтыкова в угол. Воронцевич. Да, там высокий достаточно, далеко в защите Тульсков. Сергей получает персональное замечание, но на площадку возвращается Губарев. Кондратьев мяч получает. Да, тут попробовал подергать соперника. Савельеву отдает. Неплохо там получилось выбить, но тем не менее остается владение у ПФБК. И тут, да, и в этой борьбе за мяч остается все равно. Он у светлой команды. Воронцевич получил его в углу. Савельев показал хорошее движение на 23-го номера. Забил он достаточно неплохо из-под кольца. Тут, пожалуйста, с трехи. Сразу же заряд у нас полетел от Усольцева. Не зашел он, к сожалению. Ну и ПФБК свою атаку начинают. Кондратьев не стал бросать. Савельеву отдал. И в итоге Воронцевич с трехи заряжает. Под кольцом там совсем уж низкорослые игроки у ПФБК за мяч боролись. Ну и в итоге логично его проиграли, эту борьбу. Тем не менее, Губарев с мячом. Хорошо, тут раскидали игроки Сиракьюз. Губарев там с четырьмя соперниками поборолся, выцарапал мяч. И да, нужно вернуть на дугу. Бросок неудачный, к сожалению, от Хлобыстова. Тем не менее, вновь тут умудряются себе мяч оставить. Губареву переводят. Свободный бросок с трехи. Три подряд попытки. Да, Губареву сейчас дают персональное замечание. Несколько подряд подборов сейчас парни из Сиракьюз забрали, но, к сожалению, забить не смогли. Воронцевич в проходе и сам же после своего промаха добавляет 55-й номер. 3 секунды до конца. Перехватывает и бросок еще от ПФБК. На душку падает, да. Очень-очень-очень неплохо. Очень неплохо сейчас мы увидели, друзья. Отличный матч, отличная борьба. Ну вот, наконец-таки, после такой серии матчей спокойных и без борьбы особой, где игра была в одну калитку, в одно кольцо. Вот сейчас мы наблюдаем действительно противостояние. В принципе, так вот, по предварительной статистике все достаточно близко. 37% соответственно ПФБК, у 41,6% по двухочковым у Сиракьюз, ну там чуть получше по трехочковым, 25-20 у Сиракьюз опять-таки. Но в остальном все близко, очень даже. Ну что, Сиракьюз начинает эту четверть. С их владения она начинается. Тульсков, время.
Хорошо в угол отдали, но тут прочитали всю эту историю. И еще и перехват удает Сиракьюз оформить. Хлобыстов сам туда под кольцо залез. И в итоге... Фол. Фол в итоге. Выписывают игрокам ПФБК. Хлобыстов сейчас встает на линию штрафных. Первый на дужку. Приземляется. А второй точно в кольцо. Ну и смотрим, что будет дальше. Мкчрян Феликс появился на площадке у ПФБК. Заигрывает Савельева. Вновь возвращает 30-му номеру. И трехочковый бросок в исполнении Сликина. Василия. Ну тут Тульского Сергея прижимает. Но хорошо с передачей тут. Вход опять от Усольцева в лицевую. Никто там его не остановил. И два очка в этом проходе забирает себе в актив. 33-й номер. Савельев тут чуть не ошибся с передачи, но во второй раз уже точно потеря. И неспортивный фол. Неспортивный фол. Выписывают сейчас как раз таки Сликину Василию. Пытался он максимально не дать забросить Губареву Антону. Ну и в итоге вот на линию штрафных. Губарев сейчас встает. Судьи как раз решают, все-таки не спортивное это было или не спортивное наказание. Вот сейчас как раз... Да, сейчас идет решение, все-таки не спортивный это будет или спортивный фол. Ну, сейчас Губарев будет у нас на линии штрафных, посмотрим, как будут дела обстоять. Первый заваливается. И владение остается у Сиракьюз. Второй не попал Губанов, да, но тем не менее все равно в этой атаке возможность Сиракьюз забить 3 очка. Неплохо подвигали. И у Сольцев в проходе скидка в итоге в угол. И, к сожалению, Хлобыстов промахивается в очередной раз. Чан с мячом Феликс. Савельеву отдает. Тот заигрывает Воронцевича. Да, за счет габаритов такого мощного движения. Тут под кольцо продавливает. Но в итоге есть возможность еще бросить. Остается владение у ПФБК. Воронцевич с трехи на переднюю так опять самортизировал мячик. И выскочил в итоге из кольца. Тульсков, конечно же, Сергей. Пятый номер. Сиракьюз с мячом. Ну и сейчас большая замена такая. Иванов, Знаменский точно на площадку возвращаются. Заигрывают Маркова. И Знаменский только вышел, сразу решил попробовать треху. Не полетела она. Ну а вот сейчас есть возможность у ПФБК сыграть. Вели мяч в игру ПФБК и неплохо все тут раскидали. И в итоге только-только вышедший на замену игрок. Сейчас мы посмотрим точно фамилию. Кукушкин Сергей это. У нас Кукушкин Сергей на линию штрафных отправляется.
Первый не заходит, к сожалению. А вот второй отправляется точно в корзину. Ну и 2 очка преимущества сейчас ПФБК. Иванов, Знаменский в угол. Очень неплохо сейчас мяч довели до большого своего. К сожалению, не удалось там Суслину забить. И там в борьбе Воронцевичу досталось. Но владение, тем не менее, остается у белых. Вернее, тем не менее, логично, что оно у белых остается. Вновь Воронцевич хорошо очень получает. Там врывается он в зону. И не успевает его остановить никто. Приходится вот так вот сразу втроем пытаться 55-го затормозить. И в итоге Хлобыстов получает персональное замечание. Возвращается Кондратьев на площадку. Тем временем у ПФБК. И не поняли друг друга Кукушкин и Кондратьев. А тем временем вновь тут в очень силовой манере Губарев Антон всю площадку практически прошел. 88-й номер. И на линию штрафных вновь встает Губарев. Посмотрим, как в этой попытке. Первый мимо. В прошлый раз тоже из 2-1 он забил. Смотрим. Второй. Второй тоже мимо. И подобрать не получается тут, несмотря на все старания Хлобыстова. Мяч ПФБК достается. С Воронцевичем тут очень близко Савельев сыграли. И в проходе 55-й номер. Не хочет мячик падать в кольцо. Прокатился подушки и выкатился в итоге. Да, есть от чего тут нерадостно крикнуть. 2 очка забивает сейчас. Эндван делает Воронцевич. На линию штрафных встает. Хоть пытается там сейчас всячески Иванов Борис доказать, что там не было фола, скорее фол в нападении 55-му, но нет. Решение уже озвучено, и есть возможность 3 очка в одной атаке набрать. Что делает Воронцевич? Отличная игра от 55-го номера. Иванов в угол переводит мяч. Там неплохо притормозили соперника в защите ПФБК. Хлобыстов возвращает Знаменскому на дугу. Там заслоном ему помогают. Находит он вновь Иванова. И чуть не перехватил Воронцевич. Время на владение все меньше. На атаку Хлобыстов передачу под кольцо отдает. И буквально там за несколько секунд до окончания владения Суслин вынуждает соперника свалить. Сиракьюз будет вводить мяч. Знаменский. Находит он все-таки свободного Иванова. Тот заряжает, не попадает. Суслов подбирает. Суслин подбирает, конечно же, мяч. И в итоге там чуть Кондратьев в этот раз Иванова не обокрал. В углу тем временем мяч. Неудачная очень передача от Духанина. Нужно бежать назад. Кукушкин забивает тем временем в быстром отрыве у ПФБК. Ну вот тут вот промежуток сейчас проигрывает, конечно, Сиракьюз. Может быть, стоит взять тайм-аут, немножечко как-то выдохнуть, потому что в атаке пока не идет. История еще вот вторая такая ошибка в передаче. Тут активно Кукушкин защищался. Еще одна ошибка. Тут нужна пауза. Сиракьюз, не знаю, надеюсь, что получится на площадке с этим вот моментом справиться самим парням. Может быть, нет. Воронцевич один, совсем один. Не попадает. Хлобыстов подобрал, побежал вперед с мячом 44-й. Находит Иванова, Знаменский. А тут Хлобыстову дают фол за неправильную постановку заслона. Мяч не забивается. Ну и вот тайм-аут, тот, о котором мы говорили. Да, очень такой неудачный отрезок, мягко говоря, для Сиракьюз прошел. 7 очков разницы, дистанция не очень большая. Но вот в нападении совсем взаимодействие пропало. Как-то так пытаются каждый раз довести до точного свободного игрока, чтобы бросок был без каких-либо помех, но не получается этого сделать.
последние несколько атак, плюс еще и соперники наказывают. Достаточно хорошо убегают. Ну и приходится там в защите дополнительно отрабатывать. В общем, Сиракузу нужно выдохнуть. Немножечко, может быть, подсбить темп сопернику. И самим сейчас отзащищаться. В итоге потерю. Все-таки для Сиракуз нападение случилось. Кондратьев с мячом. Со Степановым сыграл. Савельев. Воронцевич хорошо очень открывается. И треха в кольце там уже сидит от 55 номера. Какая же игра сегодня от Воронцевича. Ну тут фол Кукушкину. Фол Кукушкину. Да, очень попытался такой на скорости второму на опережение сыграть. И на линию отправляется. Лимит штрафных уже перебрали на линии, поэтому Иванов Борис первый отправляет точно в кольцо. И второй туда же. Хорошее исполнение штрафных. Вот после паузы забили Сиракуз. Хоть и со штрафной линии, неважно, удалось организовать результативную атаку. Савельев тем временем с мячом на дуге. Очень знаменски агрессивно против него защищается. Кондратьев тем временем получает возможность такого достаточно свободного броска. Не проходит он. Ну, Сиракуз перетащили мяч. Всю площадку буквально с мячом в руках сыграл Духанин. Иванов не стал сразу бросать. Вот, и флоутер такой. Ох, красивый какой момент в исполнении Иванова. Ну, друзья, что же. 24-30. Последняя минута, последний четверть. Кондратьев. Знаменский очень высоко там его вновь встречает. Ну и в итоге фолят. Там высоко-высоко на трехе. Знаменский получает персональное замечание. На линию штрафных отправляется Кондратьев. Первый не точно. И да, не долетает мяч даже до кольца. Секунда до конца. Нет. Время не останавливается здесь. Да, друзья, так что 30-24. Хороший матч мы наблюдаем с борьбой. И еще совсем-совсем непонятно, кто в итоге у нас одержит здесь победу. Давайте посмотрим, что у нас говорит статистика матча. Очень интересно, сколько очков в итоге сейчас имеет на своем счету Воронцевич Кирилл. Вот как раз обновилась у меня тут статистика. 10 очков 55 номера. Ну а у соперника, соответственно, на данный момент самый результативный 7 очками Иванов Борис. Ну, посмотрим, как дальше игра у нас пойдет. 12-8 эту четверть выиграли ПФБК. 2 очка первую четверть, 18-16 там закончилось. Результативность подупала, конечно, у обеих команд. Ну и самое удивительное, что двухочковые почти на 10% хуже ПФБК бьют. 36-46. Сиракуз в этом плане почти 50% пробивает. А вот с трехами наоборот. ПФБК 28,5, практически 29% против 20 у их соперников. Ну, в целом, конечно, игра достаточно близкая. Поэтому, думаю, будет интересно смотреть вторую половину. В любом случае, соперников сейчас в победителях кого-то записать мы точно не сможем.
Смотрим, что сейчас будет придумывать Сиракьюз для того, чтобы все-таки противопоставить что-то игре Воронцевича и Савельева. С Кириллом Воронцевичем пока, конечно, справляться у них не получается. Тот успевает и на дуге, и под кольцом отлично отыгрывать и набирать свои очки, быть очень полезным для своей команды. Ну что, ПФБ БК начинает атаку. По периметру мяч подвигали и сразу же бросок. Только появился на площадке седьмой номер, сразу же зарядил. Знаменский с мячом. Иванов с трехи тоже не попадает. Обменялись промахами в начале этой встречи обе команды. Ну, Макарчан на Савельев там с мячом заряжает. 23-й тоже не попадает. Пока у нас начало третьей четверти с промахами от обеих команд. Знаменский с мячом заигрывает своего большого. Снова возвращает Знаменскому мяч. А пока хороший какой заброс. Ну, Губарев там пролетел немножко. Тем не менее, 2 очка забивает. 88-й номер. Показалось, что уже так как-то так прошел точку невозврата, но тем не менее нет. 2 очка в кольце. 4 очка разницы. Хорошее получение на штрафе. Из угла забивает седьмой номер. Надо будет посмотреть, кто это был. В первой половине не появлялся он на площадке. В углу. Опять там Губарев заигрывает своего большого. Суслин в окружении 2. Подбор, тем не менее, за Сиракьюзом. Вновь Суслин. Губарев будет бросать. И сваливается мяч в кольцо. Хорошие, хорошие 2 атаки от Сиракьюза. Ну и да, да, друзья мои, становится понятно, что ничего не понятно в этой игре. Как она сложится, для кого, через руку. Сейчас очень сложный бросок бросал Слинкин. И Иванов в проходе не забил. Под, тем не менее, Сиракьюз забирает. Еще и там близко было похожее на фол. Но нет, судья там был рядом, все видел, показывает. Игра в мяч была. Так что никаких просьб о фолах не стоит тут раздавать. Тайм-аут берет сразу же ПФБК. Да, начало третьей четверти за Сиракьюзом. Вполне себе понятный тайм-аут. Нужно немножечко подсобраться. Много промахов в последних атаках мы увидели. Ну, посмотрим. Очень-очень захватывающий, я думаю, нам предстоит матч. Слобожанинов Сергей под седьмым номером. У ПФБК тут вышел. Надо для себя тоже пометочку сделать. Ну и возобновляется у нас встреча. Кондратьев. Неплохо тут. На дуге пока держит мяч далеко. Достаточно от кольца. Кондратьев через руку. Не заходит этот бросок. Слобожанинов как раз таки персональное замечание получает. Ну и Тульсков. Тульсков. Не знаю, как правильно. Сергей атаку эту на своей команде начинает. Получает заслон наверху. Знаменский. Хорошее движение на дуге. Ошибается тут в передаче. Кондратьев. Вернее, это даже не ошибка. Кондратьев успевает очень неплохо там руку поставить. Губарев находит Знаменского. Заряжает седьмой. Не попадает. Подбор за Воронцевичем. Ну и атаку своей команды начинает
55-й, Кондратьев его отдает, Савельев там хорошо его на ногах встречает, не дает ворваться, но вот вторая попытка входа отличная, и какая скидка хорошая от Савельева, не вылавливает Слобоженов ее, и тут нужно сейчас в этой защите отыгрывать. Под кольцо совсем-совсем один на дуге, там Губарев, не попадает он, тем не менее, этот бросок. Кондратьев, Воронцевич сам пойдет в проход, 55 номер, до кольца практически дошел. И не забил, и снова заброс туда под кольцо. И, пожалуйста, вам счет становится равным, друзья мои, 32-32. Догоняли Сиракьюз и догнали таки своих соперников. 8 очков была самая большая разница в пользу ПФБК, но вот теперь ее уже нет, и нужно что-то придумывать. Атака немножко пока не клеится, Воронцевич треху заряжает, не попадает. Хлобыстов подбор тут оформляет для своей команды, Знаменский. В угол Губарев, сам будет бросать со средней, но вот третий раз не попал он. Замена. Да, Губарев уходит отдохнуть. Духанин на площадке появляется. Знаменский. Тульсков как раз-таки Духанину. Тульсков снова с мячом. Да, тут не знает, кому отдать передачу. Но в итоге вот находит Маркова. И Илья забивает 2 очка. Не часто бросал 11 номер в этой встрече. Но вот сейчас нужные 2 забил. ПФБК тут пытается мячом двигать, но в итоге ошибка от Воронцевича и быстрые 2 очка от Духанина Константина. Да, сейчас перехватывают явно инициативу Сиракьюз в этом матче. Воронцевич в угол. Еще дальше в угол. Вход очень неплохой. И 2 очка от Салтыкова Артема. И вновь к 2-очковой разнице все у нас возвращается. И вновь Салтыков сейчас перехватывает, бежит один. И как же так, не забивает в этом прорыве. Мог бы сравнять счет, но в итоге есть возможность сейчас у Сиракьюз вновь к 4 очкам дистанции вернуться. Марков тут отдает Знаменскому. Тут еще дальше в угол. Тульсков накрывает его бросок. Сликин. Воронцевич там между 2 игроков попытался выйти, но потерял он мяч на дриблинге. Бросок с 3-очковой от Хлобыстова не попадает. Да, тут много накала, конечно. Знаменский 3-ка не летит. Сликин забрал подбор. Будет 5-й номер выводить мяч в атаку. Знаменский, конечно же, Воронцевич в угол. Кирилл отдает передачу. Салтыков тут отборолся за мяч. И подбор выцарапывает он. Все-таки оставляет владение ПФБК он. Салтыков, соответственно. Ну а сейчас белые должны мяч вводить. Степанов появился на площадке. Воронцевич мяч возвращают. Салтыков, Воронцевич туда на усы закидывал. Не прошла передача. Сиракьюз забирают себе мяч после перехвата и быструю атаку не успели организовать. И ошибаюсь сейчас в передаче. Хорошо, Исаев успел вернуться. Ну и в итоге Знаменский Вячеслав персональное замечание сейчас получает. Степанов с мячом. Воронцевичу доводят. Заброс туда под кольцо. Хлобыстов дотягивается. Степанов, 11 номер, скидывает очень хорошо на Кондратьева, но бросать-то сам не стал. В угол на Салтыкова не попадает. 1-й номер. Хлобыстов потащил мяч и быстро парни все организовали. Нашел передачу у Сольцева, Хлобыстов и 2 очка. Кондратьева очень высоко встречает, но площадка не очень большая, поэтому можно себе такое позволить. Степанов, тут чуть не вдвоем на него сразу выскакивает. И ошибается Степанов в передаче. Салтыков недоволен тем, как ему ее отдавали. Но тут
накал и страсти. Такое случается. 38 на 34. Сиракьюз тем временем ведет. В углу тут Духанин. Степанов по рукам ему задел, но судьи пока не стали ничего свистеть. Кондратьев умудряется мяч перехватить. Савельев разворачивается, сам бежит. До конца пойдет 23 номер. Нет, решил Степанову скинуть. Тот назад на трех возвращается. Савельев один. Хорошо из рук в руки хэндофф. Тут у нас сыграл с Воронцевичем. Не забивает 55-й. Тем не менее Степанов там весь искрутился, извертелся. Не забил. Марков в быстром отрыве и забивает. Вот чего не отнять у Сиракьюз, так они свои шансы, конечно, используют раз за разом. И вот уже шестиочковое преимущество у Сиракьюза. Фол получает Иванов Борис. Да, тут нужно поаккуратней. Все-таки перебор фолов может плохую шутку сыграть. Губарев Антон возвращается. И Кукушкин Сергей у ПФБК. Воронцевич в позиции спиной кольцо получает. Кукушкину как раз-таки возвращает. И заступ у второго номера. Нужно бежать в защиту. Сиракьюзы летят. И поторопился тут, конечно, Иванов. Поторопился. Губарев еще не занял ни позицию. Не вышел удачно. И в итоге... Сиракьюзу тем временем отдают владение. Было касание у кого-то из игроков ПФБК. Опять очень неплохо сейчас развернулся Усольцев. Владение тем временем остается у Сиракьюза. Еще один Усольцев со средней не попадает. Подбор за Исаевым. И ПФБК сейчас будет владеть мячом. Кондратьев заигрывает Воронцевича. Тот разворачивается. Очень хорошо Исаева находит передачу. И 2 очка 9 номера. В итоге 36-40. 4 очка Губарев. Совсем один. Проход. И там, да, близко, близко. Но Воронцевич успевает свалить. Губарев на линию штрафных отправляется. Ну, посмотрим, как удастся сейчас их реализовать 88-му номеру. Пока из 2-1 в среднем забивает. Первый точно в кольцо. Последняя минута у нас, треть четверть, тем временем пошла. И второй не попадает. По-прежнему 50%. Савельев тем временем мячик забирает. Очень быстро раскидывает Кукушкин. И 2 очка забивает быстрый отрыве Сергей. Побежали сразу же Сиракьюз, Губарев врезается, но это фол в нападении сейчас дадут. Да, там, конечно, крупный Савельев. Но, тем не менее, на ногах стоял 23 номер и явно там врезался. 88-й. Воронцевич как хорошо проходит двух соперников. И 2 очка от 55-го. В итоге у нас получается 1 очко разница за 15 секунд до конца третьей четверти. Кондратьев тут пытается с Ивановым высоко сыграть. Заходит Усольцев. Не попадает в этом проходе. Савельев с мячом теряет на дриблинге. Иванов 2 секунды. Будет сам бросать 32-й. И нет, не попадает. Не попадает, к сожалению. 41-40. 1 очко разницы, друзья. Четвертая четверть нас ждет. Даже не хочу заглядывать сейчас в статистику. Нет в этом, на мой взгляд, особого смысла. Отличную игру мы наблюдаем. Две равные команды. Абсолютно равное противостояние. Ну и радостно смотреть такую игру. Поэтому не отрываемся. Далеко не отходим. Глядим во все глаза. Thank you.
У Сольцев Антон будет начинать эту четверть для Сиракьюз. Знаменский возвращает ему Сольцеву. Знаменский на трехе. Кукушкин там плотно с ним играет. Духанин. Сам в проход восьмой номер полез. Попытался скинуть у Сольцеву. Не получилось. Перехватывает в итоге мяч Воронцевич. Савельев на дуге. В угол на Кукушкина. Сергей по лицевой. Попытался там пролезть, но там уже и обхватил, и обнял Хлобыстова. Но в итоге Хлобыстов сейчас с мячом возвращает назад на Усольцева. Тот там что-то придумал, выкинул на Знаменского. Седьмой номер Сиракьюз тоже не забивает. Исаев неплохо закрыл, защитил мяч. Воронцевич. Тут пытаются к нему вдвоем игроки Сиракьюз выходить. Савельев снова в проходе, сбрасывает на Кондратьева. Не очень точно передача вышла. Исаев вновь на Савельева. Проходит 23-й до конца, не забивает. Воронцевич тем временем поборолся, забрал мяч. Савельев 2 очка из-под кольца, очень нужные сейчас эти 2 очка для ПФБК. Сиракьюз тем временем в атаке. Суслин там со Знаменским заслончиком помогает. Получает сам передачу, 17 номер. Бросок не точный, подбор. Тем не менее, за Сиракьюзами Знаменский еще один заслон от Суслова получает. Но сейчас передача туда, в центр. Воронцевич ее перехватывал. Но потеря в итоге все равно для ПФБК случилась. У Сольцев тут с мячом. Хлобыстов сам пойдет в обыгрыш. 44-й не забивает. И мяч у белых должен во владении остаться. Если... Нет, я ошибся. У Сиракьюз владение. Знаменский находит абсолютно свободного партнера. Но Духанин не попадает в открытую треху. Ух, скажу я вам. Много нервов в этой четверти. Много, конечно, зависит сейчас от всего происходящего. А вот у кого точно стальные нервы. Воронцевич Кирилл треху сейчас очень-очень нужную. 55-й заряжает. 45-41. 4 очка разница. У Сольцев тут решил в лицевую попробовать в проход пойти. Но в итоге Исаев там свалил. Марков на площадке у Сиракьюз появляется. Суслина как раз таки меняет. Тут Савельев очень-очень выводит в итоге Сиракьюз мяч в игру. У Сольцев прорывается там по лицевой, еще и успевает за подбором. Ну, у Степанова сейчас выпустят на площадку. Вместо Кондратьева подустал. Восьмерка, наверное, дает ему отдышаться. Сиракьюзы продолжают мячом владеть. Знаменский. Маркова заигрывает, возвращает ему обратно передачу. Эх, тут прочитал Исаев эту передачу, перехватил. И Степанов с мячом. Да, сейчас будут... Не торопиться, конечно. В каждом владении постараются сыграть до верного. Преимущество 4 очка небольшое, но тем не менее оно есть. И Степанов 2 очка забивает. Такой молчал-молчал всю игру. И тут выстрелил, когда было нужно команде. Наверное, самое-самое главное. По дуге неплохо двигают. У Сольцев в проходе. Ну вот, мне кажется, это немножко излишнее действие. Марков тем временем выцарапал мяч. Сликин получает пятый номер. Сликин получает персональное замечание. Знаменский с мячом. Получает заслон. В угол на Маркова. Тот заряжает. И точно! Точно! Как же досадно. Не довернул я камеру, друзья. Уж простите вы меня. Степанов с мячом. Вдвоем тут к нему парни выходят. Тем не менее, составляют владение у себя ПФ. И... Пожалуйста, вам Сликин, пятый номер, треха от него, 50-44, и да, очень хотел сейчас мяч этот перехватить, пятый номер ПФБК, но не получилось. Вводят мяч в игру.
Ах, ошибаются, к сожалению. Сиракьюз в передаче. Тут нужно было, конечно, сейчас эту атаку реализовывать парням. Вновь вводить мяч. С той же точки будет ПФБК. Савельев, Степанова заигрывает. Там очень высоко сразу начинает встречать в угол. Хорошее движение мяча от Воронцевича на Степанова. И тот сейчас на линию штрафных отправится. Ну, что же. Забил со средней до этого. 11 номер. Сейчас есть возможность со штрафных забить 2 очка. Первый, к сожалению, на душку падает, на переднюю. Посмотрим, что будет со второй попыткой. Второй точно в кольцо. И в итоге у нас 7 очков разницы. Заряжает Знаменский. Очень неплохо, но не заходит после этого броска мяч в кольцо, к сожалению. Степанов с мячом. Да, тут помогают ему партнеру выйти на чужую половину. Воронцевич сам разворачивается. И 2 очка не засчитывают после этого броска 55 номера. Марков там отскочил немного. И в итоге судьи фол в нападении 55-му выписывают. 5 минут еще, 40 секунд играть. Очень приличное количество времени. Так что, конечно же, здесь ничего у нас непонятно. Знаменский находит своего большого на трехе. Движение в угол. Ну, хорошо, сейчас раскидывают сиракьюзы. В итоге свободный достаточно бросок от Знаменского. Неточный. Ильин поборолся за мяч. И в итоге потеряли ПФБК его. Губарев сам будет пытаться продвинуться. Не получилось. Но, тем не менее, сохранился мяч для Сиракьюз. Маркав сам треху заряжает. Не попадает. Ну вот, друзья, вы сами все видели в эту камеру. 2 броска в итоге Марков будет исполнять. 4-е персональное замечание у Сликина. Первый точно Марков реализует. Посмотрим. Второй. Нужно сейчас, конечно, все сиракьюзам забивать во всех возможностях. И отличное исполнение от 11 номера. 2 из 2. 51-46. Тем временем Воронцевич всю площадку прошел. Находит Степанова. Вот раз не попадает. Тем не менее, в борьбе там Исаев уцарапывает мяч. Савельев 1. Треха. Не летит. К сожалению, Степанов с мячом. Вновь ПФБК выцарапывают. Какая скидка отличная. От Воронцевича. Савельев показывает, что там по руке ему попали. Но как бы эмоции понятно. Знаменский заряжает треху. Не попадает. Тем не менее, подбор остается за сиракьюзами. Губарев Антон заряжает. Двухочковый показывает судьи. Да, тут пока мы обсуждали, Степанов в зону попытался зайти, и в итоге фол Знаменскому выписывают. Персональное замечание. Савельев будет мяч вводить в игру. Воронцевич. Хорошая передача. Находит он там Степанова. Ну, примудрил, мне кажется, 11 номер. Попытался там в воздухе всех перевисеть. Тем не менее, мяч отскакивает к Воронцевичу. Тот находит Савельева. Не забивает. Тут из удобной очень позиции после скидки Воронцевича. Нужно сейчас в защиту возвращаться. Ну, а вот сиракьюзы не прощают. И Хлобыстов с передачи как раз-таки Знаменского Вячеслава забивает эти нужные 2 очка. 51-50. ПФБК еще впереди по-прежнему, но минимум. Тут, конечно, практически нет ничего. Исаев сам решает зарядить, не попадает. И Воронцевич просто сколько работы этот человек делает для своей команды сейчас. И подбирает, и раздает. Ну вот осталось только поддержать его. Вот это вот дикое желание победить. 55-й на линии штрафных. И первый, ну может быть, да, усталость все-таки сколько всего делает. И второй тоже, к сожалению, мимо. Подбор за сиракьюзами. Знаменский
получает мяч. И находит там Губарева совсем одного. Не забивает с первой попытки 88 номер. И в итоге зарабатывает возможность встать на линию штрафных. Так, Кондратьев Николай получает персональное замечание. Губарев на линию штрафных. Нужно сейчас забить из 2-2. Первый заваливается. Напомню, что пока 50% в этой игре у Губарева. Один из двух пока только забивал. Ну, сейчас важные оба. И вот вам, пожалуйста, очень важные очки для своей команды. Вперед выходит Сиракьюз, Савельев. Воронцевича Исаева там находит отличной передачей. Не забивает, к сожалению, из-под кольца Исаев. Знаменский с мячом. Тут Кондратьев высоко его достаточно встречает. Губарев зашел и 2 очка. Подряд в 2 атаках Губарев забивает мячи. Очень нужные для его команды. В угол на Исаева. Воронцевича тот находит. Какая скидка на Степанова. 2 очка отличные. Ну, 90% в этих 2 очках не постесняюсь я отдать Воронцевичу. Тем не менее, 53-54. Вот тут ошибается, к сожалению, в передаче Суслин. Но владение остается у Сиракьюз. Губарев скидывает. Свободный бросок у Знаменского. Треха! Треха! Знаменский заряжает треху, друзья. Очень важную, очень нужную. 30 секунд. Завелев бросает. Не попадает. Подбор. Остается за Сиракьюзом. Знаменский. Да, фолит Кондратьев. Фолит Кондратьев. 57-53. Очень важная была треха от Знаменского. Ну, если сейчас, конечно, забивает он штрафной. Не попадает. 21 секунда. Но, в принципе, есть один тайм-аут у ПФБК. В случае промаха могут они его сразу же взять. Но нет, владение у Савельева, да, там фол. Знаменский получает. Сразу же без тайм-аутов решает ПФБК атаковать. Ну и в итоге Кондратьев еще одно персональное зарабатывает. Губарев отправится на линию штрафных. Ну и тут уже, я думаю, при всем желании, если 5 очков дистанция будет, конечно, вернуться в игру будет очень сложно. Первый Губарев абсолютно спокойно, уверенно забивает. И второй из 2-2. Когда было нужно, из 2-2. 88-й забивает. Тут уже 6 очков дистанции. Степанов с мячом остановился достаточно далеко. Кондратьев. Савельев бросает. Эта треха уже ничего поменять не сможет. 4 секунды до конца. Сиракьюз в упорнейшем матче обыгрывает ПФБК. Ну а мы с вами, друзья, увидели отличную игру, с чем нас всех я и поздравляю. Спасибо всем за матч. И скоро увидимся.